На схеме четырехкамерного сечения сердца плода стрелками обозначены расширенные правые отделы, полость правого желудочка и полость правого предсердия. Расширенные правые отделы также визуализируются из другой четырехкамерной позиции. Стрелками обозначены полости желудочков и полость правого предсердия. В продольном сечении можно видеть отхождение аорты преимущественно от правого желудочка. Стрелками на схеме обозначены аорта, свободные края межжелудочковой перегородки, полости левого и правого желудочков, а также обширный перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки. В режиме увеличения также можно видеть, что аорта отходит преимущественно от полости правого желудочка. Стрелками обозначены аорта, межжелудочковая перегородка, а также обширный дефект межжелудочковой перегородки. Представленное сечение также позволяет нам визуализировать аорту, которая отходит преимущественно от полости правого желудочка, а также дефект межжелудочковой перегородки. В режиме цветового доплеровского картирования можно наблюдать движение крови через дефект межжелудочковой перегородки из обеих желудочков в аорту. На данном сечении мы можем видеть уменьшенный в размерах ствол легочной артерии, отходящей от полости правого желудочка. Также стрелками обозначены аорта и полость левого желудочка. В режиме увеличения также можно видеть отхождение маленькой легочной артерии от правого желудочка. В данном сечении отчетливо определяется маленьких размеров легочная артерия и аорта.